вас верить. Огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо вам за поддержку эмоциональную, творческую, финансовую в реализации нашего необычного проекта скульптурной композиции, посвященной нашему небесному художественному руководителю и нашему другу, нашему учителю, коллеге Олегу Павловичу Табакову. Розов Виктор когда-то сказал, увидев Табакова в спектакле, что этот молодой человек проглотил атом солнца. Атом солнца – это талант, талант, которым он делился всегда с целым миром. И вот мы задумали вот такую композицию. Александр Иванович, расскажите в двух словах об этой задумке. С удовольствием. Ко мне обратился, мы уже давно на «ты», но я буду его называть корректно, Владимир Львович. Вот. И так мы как-то, наговорив друг другу комплиментов, он мне предложил вот этим заняться. Я, знаете, так бывает, думаю, как интересно будет. Неинтересные работы, от которых уже в моем возрасте я и отказываюсь иногда. Вот. А тут я думаю, как интересно, Табаков. Меня первый раз он зацепил. У Александра Меты был фильм «Гори, гори, моя звезда». Он там художника играет такого. Замечательно. Вот. И с тех пор как-то я очень его любил и поражался его многогранностью, его талантом. А потом, когда часто спрашиваешь у кого-то, а откуда взялся вот этот актер замечательный, тот или иной, все время говорят, а это из Табакерки, а это Табаковский, а это... И вот сейчас весь зал, я думаю, что здесь столько людей, которых он выучил. Вот, это замечательно. Я сам немножко преподаю и знаю, что это не просто. Так что вы тоже молодцы, кто воспринимает то, что говорил он. И, знаете, потом я, значит, остался, пошел, думаю, я говорю, сейчас я эскиз быстро придумаю и позвоню. Вот, пришел я, взял карандаш, а мне уже был набор как бы определен. Владимир сказал, что хотелось бы лавочку, кота Матроскина и атом солнца. И когда перед тобой лист бумаги и карандаш, ты думаешь, а это нельзя скомпоновать, потому что это что это такое? Что это за атом солнца, что это в виде мячика какого-то, какой мячик, футбольный или баскетбольный или еще. Вот, ну и постепенно я что-то начал там рисовать, и постепенно как-то все это придумалось. Потом мы встретились, было занятно, встретились у меня в мастерской, приехала целая свита людей с Машковым, и когда они увидели этот эскиз, тишина такая образовалась. Я думаю, ага, паузу держат, театральную паузу. Сейчас я все жду, когда скажут. Ну, вроде ничего. А там тишина. 10 минут, там, я не знаю, полчаса. Я уже там насчет обеда намекал, там то все. Думаю, как-то делают вид долго, что это самое очень интересно. Ну вот тяжелый народ, я вам скажу. В общем, мне непривычно было. И то же самое повторилось. Позавчера мы встречались в Солнечногорске, или два дня назад? В четверг, да. То же самое, они большого увидели бронзового, начали его гладить, все. Я уже понял, что об обеде говорить смысла нет, потому что пока они не насмотрятся, не нагладятся, невозможно их оторвать. Но все-таки потом что-то мы там посидели. Ну что, еще, как я говорил ученикам, ответственность ощущайте, говорю, еще одной скульптурой в мире будет больше, неважно какая она, маленькая, большая, там, средняя. И в данном случае, мне хотелось бы, чтобы ее приняли вы в первую очередь и привыкли к ней, потому что она такая необычная, нетрадиционная. Вот, а потом, чтобы, может быть, Бог даст, полюбят ее и москвичи, и там гости столицы, как это говорят, принято говорить. Вот, что касается самой вещи, ну, она такая
От поп-арта она, наверное, отличается все-таки тем, что тогда бы фигура должна была быть более обобщенной, он должен быть меньше похож, не такой реалистический. Вот. А тут такой, я не знаю, может быть, это какой-то постсоветский поп-арт или новый русский поп-арт, не знаю, что-то такое, наверное. Кот, вы сами видите, что он пытается копировать позу маэстро, и что он такой немножко подхалим. Мне хотелось такого подхалима немножко сделать. Вот, натюрморт, Владимир Львович настаивает, что там в бутылке морс, да. А в кружках квас. Он говорит квас. Квас, то, что любил Олег Павлович, там дары, да. Это квас. Ну, мы-то знаем что, с вами, что в кружках, и что в бутылке, поэтому я думаю, что тут все понятно будет. Да. Ну, внутри, вот, мне кажется, хорошая идея, что там написать вот это и Марина, и Владимир. Все-таки мы долго думали, руки, всех отпечатки учеников руки, чтобы отпечатать, да-да-да. Вот, потом выяснилось, что учеников столько, что столько не хватит места на атоме на этом. Поэтому решили написать талант, 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 благо там буква Т, значит, и в конце, и в начале. Благодарен я очень Марине. Она мне одну фотографию дала, молодого Табакова, которая, в общем, мне очень помогла еще вот передать его внутреннее какое-то состояние, мир внутренний. Молодой, там тоненькая шейка такая, но уже видно, что это непростой будет мужик. Вот. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Слов хотела сказать про кота Матроскина. Дело в том, что будут возникать вопросы, и уже возникали, а почему кот? Или вот если кто-то мне сказал там много лет назад, что Олег Павлович и кот, конечно бы я сказала, как это расхоже, как это как бы не оригинально, и вообще ничего в этом смыслового нет. Но началось все с Саратова на самом деле, когда Евгений Миронов к юбилею Олега Павловича и художник Александр Боровский придумали в Саратове такую скульптурную композицию. Нам сказали открытие памятника. Мы когда летели, мы не знали, но мы немножко так были в ужасе, потому что слово памятника Олега Павловича, оно вообще не очень совмещается с ним. И когда мы поняли, что это скульптурная композиция, там молодой Олег, герой из фильма «Шумный день», идет от Дворца пионеров, где Олег Павлович начинал свою актерскую раннюю карьеру, как бы в жизнь, вот, в будущее. И сзади кот Матроскин. И мы не знали про кота, а если учесть, что это Александр Боровский, в общем, художник таких, ну, он строгий, очень сдержанный и, ну, совсем такой без сюсю всяких. Если уже ему тоже в голову пришла идея Матроскина, я подумала, ну, значит, наверное, действительно что-то есть в этом. Потом там любили фотографироваться дети. Действительно, это такое любимое место, где у него сейчас нос затерт у памятника, потому что считается, что если потереть ему нос, то это принесет тебе удачу. И вот там нос затертый сейчас абсолютно, а с котом Матроскиным дети фотографируются. Вот так это все началось. И на самом деле я хочу сказать огромное спасибо Владимиру Львовичу Машкову. Я не знала, то есть когда мне про это сказали, в общем, фактически макет был уже готов, ну маленький такой, да? Но и когда я приехала, мне как-то это сразу понравилось, и я потом, когда мне попросили для буклета что-то написать, я для себя сформулировала. Дело в том, что Олег Павлович не может быть один. Вот мы когда у Александра были в мастерской недавно, там есть вариант, где Олег Павлович один. А он не может быть один. И там как-то он смотрится, его хочется сразу обнять. И, ну, Табаков не может быть один. И должен был быть кто-то. И для меня вот в этой ситуации как-то я думала, почему я так согласилась с этим и приняла. Он и ученик, и друг, и... Ну, мы все смотрели на него влюбленными глазами, и все старались в чем-то подражать ему и походить на него. И действительно, немножко снизу вверх смотрели и повторяли его иногда. И вот, как ни странно, Александр этого, наверное, не знал, но вот в этом образе такого, который рядом, он компаньон, друг, приятель, ученик, все в одном лице, потому что а кого еще? Ну, мальчика или там девочку, или дочку, или ученика рядом вроде не посадишь. А вот в Матроскине объединилось все. И детство, да, для совсем детишек, которые смотрят мультфильмы, и для учеников, и для друзей, для близких людей. Олег Павлович не один. Мне это очень-очень важно, что он не один. И я еще хотела сказать,
что мы когда пришли в мастерскую, я знала, что будет шарф, Олег Павлович очень любил шарфы, и мы увидели, не знаю, Володя, я немножко обалдела, то есть я знала, что он будет красный, но что он такой глянцевый будет, я не ожидала. Но это так здорово, просто с Олегом Павловичем ассоциируется все новое. И вот Александр все равно не был лично знаком, но вот в этом красном, ярком, автомобильном буквально глянце, который все погоды перенесет и, значит, будет таким же красным и ярким, вот это новые формы, ну, театр это вообще, да, в чайке говорит реплик, нужны новые формы, вот так и здесь. И я считаю, что новые формы должны ассоциироваться, вот пусть с Олегом Павловичем, пусть вот будет первая такая нетипичная, да, композиция. Александр очень волнуется, а я думаю, что это круто. Почему красный? Потому что Олег Павлович надевал и не думал, кто что скажет, а кто что подумает. Вот он такой. И он опирается как бы на вот этот шар, там его ученики. Это талант. Это талант его учеников. И в нас, ну, наверное, вот мы его, как он нас поддерживал, так, наверное, это ассоциативно этот шар тоже, мы будем вот поддерживать память об Олеге Павловиче. И я хочу еще сказать, что у нас еще Новодевичья, ну, мне задают тоже вопрос. Вот там тоже будет это отличаться от всего, что было до этого, и будет использоваться материал, который, во всяком случае, на Новодевичьем кладбище, ну, там разный материал, но, тем не менее, что-то будет такое, что никогда у нас это тоже не использовалось, как вот красный шар у Александра Роговичникова. Так что пусть у Олега Павловича будет все самое новейшее, самое продвинутое, и пусть вот дальше оценят это другие поколения. Спасибо вам. Продолжу. Натюрморт. Натюрморт, он весь символический, он состоит из черняшка, хлеб черный, который, о котором всегда говорил Олег Павлович. Это хлеб, которым он всегда делился со своими учениками. Там лежит ножик, как символ шумного дня, которым он как шпагой рубил. Там помидоры, о которых он рассказывал, как бабушка Оля для себя откладывала помидорки получше, похуже на базар. Там некая полусупница, жаровница из обломов, в которой раки саратовские. Там две кружки с квасом и морс вишневый. В общем, весь пакет, которым он всегда делился, которым он был полон. В этот шар, в атом солнца, можно зайти, загадать желание. А еще Олег Павлович, Матроскин расположился на бидоне с молоком. Это как Млечный Путь, наша Вселенная. Это то молоко, как творческое, которое взращивает таланты. И вот на этих подмостках, на этом плоту, они едут в вечность. Да, и на «Атоме солнца» цитаты Олега Павловича, которые он произносил, которые, мне кажется, очень важны вообще в понимании нашей актерской профессии. Посмотрите на него, потрите, подумайте. Еще раз огромное вам спасибо. Для меня это счастливейший день. Мы сделали еще один шаг для того, чтобы театр был и на улице. Он очень театральный и очень теплый и душевный, несмотря на то, что это Бродвей. Я, знаете, я хочу сказать, Вова, спасибо тебе, потому что я знаю, что такое ставить скульптурные композиции. Это врагу не пожелаешь. Это очень много согласований, это много препятствий. Я прекрасно знаю, это мы говорили о том, как это было все непросто. И вот что значит атом солнца в тебе? Когда ты этого захотел, все остальные за тобой пошли. И, надеюсь, сегодня мы откроем ее. Как здорово, сказала Марина, соединилась ниточка из того места, где он вышел из дворца пионеров города Саратова покорять мир, наконец-то в том месте рядом с театром, последним театром, который он открыл, и такой, каким мы уже его знаем, каким мы его помним, каким мы его любим. Вы знаете, я еще скажу буквально два слова. Так вот, у нас много очень его учеников.
Ведь не только те, которых он непосредственно учил, но кто однажды с ним соприкоснулся, те становились его соратниками. Вот такая у него была... А что у него было? Многие спрашивают, а вот как вас учил Табаков? И я не могу вспомнить, потому что он не как, знаете, там, учительница младших классов. Вот это делай, это не делай. Ничего подобного. Он учил своими поступками. Мы все помним не только его потрясающего артиста и учителя, как он говорил, как он выходил на сцену, и мы понимали, что мы так никогда в жизни сыграть не сможем. И это был урок. Или как он с телефоном за 2 секунды до выхода в спектакль «Обыкновенная история» он решал вопрос об армии, кого-то отстранить, все. А дальше выходил и забывал, зовут как Марину в спектакле. И он меня спрашивает, как ее зовут? Как ее зовут? Я говорю, Марина. Он, да нет, ну... Потому что такое количество дел, которые он делал одновременно, легко, красиво и всегда талантливо. И я счастливый человек, как и, наверное, все присутствующие здесь, что нам повезло. Нам очень крупно повезло. Поэтому наша теперь задача — сохранить память о нашем великом учителе. Спасибо всем ученикам. Это действительно наш памятник. Мы все старались. Поэтому то, что мы здесь стоим на сцене, это не значит, что мы какие-то особенные. Мы все вместе. А Олег Павлович говорил, веселенькое дело, которым мы занимаемся, веселенькое. Я рад, что и памятник, вот сильно памятником не назовешь, он сильно стал такой вот веселенький, действительно, отвечающий как раз нашему искусству. Веселеньким делом мы занимаемся. И он интерактивный. Потому что, как вы понимаете, на каждый памятник хочется залезть. Ну, помните, по детству, да, очень хочется залезть. А если он на пьедестале, оттуда упасть можно. Отсюда не упадешь. Здесь можно расположиться и там, и там, потрогать раков. А раков Олег Павлович меня научил лично есть. И я этим горжусь. И я, будучи в Краснодаре, когда со мной сидели, ну, ребята, которые умеют есть раков, да, и сказали, ну, давай. Я говорю, сейчас давайте, хорошо, давай, на перегонки. Они не успели трёх съесть, я уже всю тарелку. Я сказал, я с Максом, извините, я просто проголодался. И потом с гордостью сказал, знаете, меня научил Олег Павлович есть. Я выел все, они ахнули. Видите как, я горжусь не только тем, что Олег Павлович меня научил, но еще и раков научил есть. Дело в том, что вот он здесь светится, когда Москва будет включать свои огни, атом солнца засветится внутри, а еще в этом натюрморте стоит лампа керосиновая, которая тоже будет светиться. Это лампа из Кригеровского вагона, в котором отец Олег Павлович Павлович Кондратьевич лечил раненых во время войны, в котором эта лампа дальше, она была и в спектакле «Матросская тишина» в «Современнике», которым должен был открыться этот великий театр. И вот она перекочевала в «Матросскую тишину» в нашем театре. И вот это как символ того огня, светящегося, который будет всегда с нами. Я очень благодарен «Союзмультфильму», которые дали нам возможность Матроскина вернуть на место. Спасибо, спасибо. Ой, да, кроме невероятного наследия в кино и театре, Олег Павлович оставил нам огромное наследие в анимации. Он озвучил 27 мультфильмов, из которых, конечно, всем любимая «Простоквашина». Благодаря невероятно яркому образу, который он создал, Матроскин живет до сих пор. На самом деле сейчас «Союзмультфильм» выпускает новое «Простоквашино». Выходит 35-я вот сейчас новогодняя серия. Я очень благодарна Антону Табакову, который продолжил дело отца, создав новый образ Матроскина, но в котором узнаются все те нотки, все те интонации, харизма, которые были заложены Олег Павловичем. И вообще это удивительный симбиоз, когда органично сочетался хорошо нарисованный образ вот с такой вот харизмой актера, который дополнил его содержанием. И сначала же озвучивается персонаж, а потом художники под него, под голос, под звуковой ряд корректируют персонажа. Так вот, после того, как Олег Павлович озвучил, художники очень серьезно изменили Матроскина под то, каким его сделал именно Олег Павлович. Спасибо вам огромное за эту идею, за эту скульптурную композицию. Я, когда ее увидела, я влюбилась в нее сразу, правда. Вот у меня не было ни одной мысли о том, что меня что-то, знаете, цепляет или мне что-то не понравилось. Это ложится всем, кто это увидит.
И это полюбят дети, я в этом совершенно уверена. Спасибо. У друга Олега Павловича, Андрея Вознесенского, есть стихотворение, которое начинается так. «Я памятник отцу Андрею Николаевичу». Дальше там мрачновато, не буду читать, с Олегом Павловичем не совмещается. Но это стихотворение о том, что каждый сын, все дети – памятники родителям. И дети, не только биологические, замечательные дети, как в случае с Олегом Павловичем, не только биологические дети, но и дети творческие. И Володя так носился с этим памятником, Володя Машков. И вот этот внутренний жар, который в потомках Олега Павловича, вот это творческое начало – ненасытное, оно замечательно совершенно. И у Володи еще есть совсем маленькие дети, это студенты колледжа, который Володя превратил в театральный институт, ему, я не знаю, теперь, наверное, в академию, я не знаю, куда. Но идет все время воплощение мечты. Вот это Володя занимается с таким же жаром, как с памятником, он занимается этими детьми, а Олег Павлович твердил, и всем надоел уже этой фразой последних лет, что это главное, колледж – это главное, что то, что в колледже – это главное, то, что будет после нас – это главное. И вот действительно, вот посмотрите, Олег Павлович сюда тоже очень гордился и радовался, что и в Театре нации, и в Театре на Таганке, и в Губернском театре, и в Театре Пушкина, и в Театре Маяковского, и не буду дальше перечислять, в Театре Гоголя. Те, кто соприкасался с Олегом Павловичем, кто вышел из-под его крыла, теперь Сергей Газаров в Театре Джигарханяна. Короче говоря, хочу сказать, ребятки, Олег Павлович – счастливый человек. Он с нами! Он с нами! Фантастика! Спасибо. Ну, кроме меня, только тебя называли по отчеству, а не отчеству здесь. Вот так, как у вас было на первом таком приемочном визите, мне кажется, мы тоже все немного ощущаем эту паузу. Владимир Львович, пойдемте гладить Олега Павловича, ну пойдемте же, наконец, очень хочется.